Пассажир из Баку привез в Екатеринбург партию табачных изделий. Но вот незадача. Дальше аэропорта пройти не смог. Мужчину остановили сотрудники таможни, когда он нес коробку по зеленому коридору. Таким коридором могут воспользоваться пассажиры, которые пересекают нашу границу с условием, что приехали налегке и не везут незадекларированных товаров. Сотрудники таможни объяснили, что по российскому законодательству одному пассажиру разрешено ввести в Россию 250 граммов табака. А гость из Баку пытался провести 6 килограммов. Он объяснил, что партию попросили привезти друзья предпринимателей, у которых в Екатеринбурге есть кафе. О таможенных правилах мужчина якобы не знал. Но это не освободило его от ответственности. Пассажиру рейса Баку-Екатеринбург сейчас грозит штраф и неприятный разговор с друзьями. Партию табака пришлось оставить на таможне.